Медиафорум – один из самых эффективных способов развития информационной политики вузов. В ходе семинара заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский обозначил ключевую задачу, стоящую перед российским образованием – привлекать в наши университеты умных и талантливых студентов из разных стран мира. Здесь надо искать подходы. Искать подходы для того, чтобы наша целевая аудитория поняла бы, что российское значит лучше, что российское образование дает в жизни возможности, что если вы приехали учиться в Россию, хорошо здесь учились и потом вернулись к себе, то это сразу вам дает какие-то конкретные преимущества. Помимо развития, большую значимость имеет и освещение события в средствах массовой информации. Этому этапу в ходе дискуссии спикеры также уделили большое внимание. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов также отметил, для поиска зарубежного партнера обязательно требуется информационная поддержка. Мы часто общаемся с командами, которые международный блок курируют в университетах, и меньше в этом плане взаимодействуем с информационной политикой. И, безусловно, и международный блок университета, и информационный блок университета, если мы говорим о международной деятельности, это всегда два подразделения, которые должны работать вместе, там, друг другу помогать. Также добавим, проведение медиафорума всероссийского уровня в стенах Мордовского госуниверситета стало возможным при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Дарья Боронина, Сергей Соколов, Народные новости.